Открывайся ты! Открывайся, сволочь!
домик администрации. Надо как-то попасть внутрь. Дверь заперта. Не-а. Вот так. Ну вот, порядок. Пожарный выход. Здесь внизу. Мало что осталось. Все вынесли подчистую.
Вот этот нож. Теперь надо отвезти его к Эдди. Достал тебе этот нож. Спасибо тебе. Ты не представляешь, как он нам нужен. Нет проблем. Я рад помочь. Дикон Сен-Джон. Привет. О, вот тот нож, который тебе нужен. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Дикон Сен-Джон, как дела? Как дела, Бас? Я все сделаю. Черт, тебе нужны тонны топлива. Лады. Если что, я здесь. Первый фрик. Я была на работе. Thank you.
Так, вроде это здесь. Лиза, держись, я иду. Она должна быть где-то здесь. Ah!
Так, вроде это здесь. Лиза, держись, я иду. Она должна быть где-то здесь. Ладно, где же ты? Припасов. Черт, ты ведь должна быть где-то здесь. Следы, судя по размеру, женские. Лиза, это может быть она. Следы ведут по этой дороге. Лиза! Черт, ну где ты? Ты ведь где-то здесь. Не так уж трудно. И как мне туда попасть? Ага, сюда. Точно. Может, здесь. Ну вот. А, точно. Надо сжечь оставшиеся гнезда.
Так, следы ведут сюда. Я хочу забыть. Звучит вполне в ее духе. Патруль мародеров, черт! Поживает лучший охотник за головами. Блэр, как дела?
О, хороший выбор. Ладно. Эй, заходи почаще. Мы скучаем. Есть охрененные товары. Бас? Я все сделаю. Много топлива жрет, да? Буду здесь, если понадоблюсь. Заходи позже. Будет новый товар. Один трофей. Сборище, брат. Помогите! Мне нужна помощь! Он просто побил. Подстрелили! Прикончил ублюдка! Он убил нашего! Убей его! Теперь мое. Сейчас я тебя вытащу. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Нет, нет, где? Где? Я пойду. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. Спасибо большое. Я думал, что тут и умру. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Смотри, чтобы тебя не заметили. Ну, я пришел. Ой, господи! Не смей меня больше так пугать! Что ты узнал про Сару? Ту женщину, о которой я говорил? Ничего. Ничего? Эй, стой, стой, стой! Мне нужно время, понимаешь? Я же головой рискую, если об этом узнают в штабе вон те парни с пушками. От них больше же не жди, со всеми ними заодно, Брайан. Это только кажется. Сейчас некогда объяснять, но... Мне нужна твоя помощь. Моя помощь? Вот, держи, это регистратор волн и GPS-маячки. Тебе просто нужно... У нас нет времени, слушай. Как тебя зовут? Дикон Сент-Джон. Вот что, Дикон Сент-Джон. Если хочешь, чтобы я рисковал жизнью и помогал тебе искать эту твою Сару, тогда ты должен для меня кое-что сделать. Погнали! Так, держи рацию под рукой. Я очень скоро выйду на связь. Даже имени моего не знаешь. Ну ничего, скоро запомнишь. И можешь не беспокоиться. Рация всегда при мне. Скотина. О, господи, сколько мне еще ждать? Ты на связи, Дикон? Да, я тут.
Объясни мне, в чем дело. Что тебе нужно? Я поставил блокиратор. Канал защищен. Что тебе нужно? Я скинул тебе координаты нескольких точек. Тебе нужно сгонять туда и... А? Зачем? Да послушай ты. Нера отправили в поле несколько оперативных групп. Я хочу выяснить, что они делают. А сам ты не можешь их спросить? Не могу. Слушай, это долгая история. У меня мало времени. Скажем так, люди выше меня по должности, намного выше, делают много вылазок в поле отдельно друг от друга. Никто не знает, чем занимаются другие. Наступил конец света, и только у вас, уродов, все по-прежнему. Где это? Я скинул тебе координаты. О, господи, О'Брайен. Ладно, хорошо, посмотрим. Постарайся пройти все точки. Там действующие посадочные площадки, точки сброса. Да, да, я понял. Но с тебя за это причитается, слышишь? Да, да, я тоже понял. Еще поговорим. Постой. О'Брайен! Да, я здесь! Что тебе? К тебе приближается один из наших вертолетов. Проследи за ним. Это еще зачем? Давай, упусти его. Ну, ладно, попробую. Что происходит, а? Почему я тут гоняюсь по Одищу за вертолетами? Пункт назначения засекречен. Я не могу сказать тебе координаты. У меня нет доступа к их файлам. Надо проследить за ними. У вас разве нет спутников шпионов или типа того? В моем распоряжении нет. Говорю же, у меня... Нет доступа, да, я понял. Не упусти их. О'Брайен, они садятся. Теперь у меня есть их координаты. Дальше иди пешком. Пешком? Главное, не попадись им на глаза. О'Брайен, я на месте. Что нужно сделать? Пробраться на посадочную площадку мимо тяжело вооруженных бойцов в кевларе, чтобы ты подсмотрел за каким-то ботаником? Что, ботаником? Серьезно? У меня научная степень, козел. Ага, хуёчная степень, Эйнштейн. Очки, которые я тебе дал, при тебе? Ну, я хотел их продать, но, понимаешь, у обычных людей нет доступа к спутникам. О'Брайен. Можешь не спрашивать. Я уже выясняю, что у нас есть в архивах по распределению эвакуированных. Конец связи. Это здесь. И что вы тут забыли? Какая разница? Долго. Док свое дело знает.
сегодня далековато занесло. Топливо у нас полно, я проверил. Опять тучи набежали. Это Орегон, детка. Тут всегда тучки. Когда пролетали над Фервелом, там было столько фриков. Заметка номер 2071. В одной из ловушек в секторе 14А попалась крупная особь мужского пола с выраженным альбинизмом. У субъекта отсутствует пигментация кожи, а глаза имеют красноватый оттенок. Мышечная масса на 40% превышает таковую обычных зараженных. Эти альбиносы, как вы их назвали, правда существуют. Это всего третий образец, который нам удалось изучить. Как я уже отмечал, из-за их устойчивости к чрезвычайно опасно приближаться. В других отчетах мы сообщали, что в этом регионе замечено более 1000 особей. Какова бы ни была причина мутации, она распространяется быстро. Ребята выдирали кишки из еще живого фрика. Они не мои ребята. И тебе-то что? Ты разве не этот, как вы там себя называете, намат? Ты убиваешь зараженных ради денег? Или что у вас там вместо них? Да, я убиваю фриков, но я не препарирую их живьем и не слушаю, как они вещат. Ты добыл мои данные? Да, я их добыл. Ладно, начинаю загрузку. Еще поговорим. Конец связи. О, Брайан! О, Брайан! Черт, ну вот опять. О, Брайан, ответь мне. А черт, не вздумай только пропасть. Лагерь чепенцев. Вот козлы. Думаете, можно напасть на меня, и вам ничего не будет? Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. С тяжелым сердцем сообщу. Коп, 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 заткнись уже!
Эй, я пришел проведать этого жирного лентяя. Ну чё, Бухарик, не надоело тебе валяться там, Бухари? Дикон, тебе сюда нельзя. Тихо, что происходит? Все, Дикон. Он поправляется. Ему нужен отдых. Чё ты мне втираешь? Я тебя спросил, он поправляется? Нет, Дик. Но антибиотики... Этого мало. Слишком мало. Я не понял, ты сказала, что... Я сказала, что я попытаюсь. Теперь остается только ждать. Значит, ждать... Ждать. Дикон. Нет, это... Знаешь, Дикон. Что? Я Дикон. Могу кое-что Дикон. Сделать. Стой. Я могу... Стой! Что? Ты хочешь что-нибудь разбить, я по глазам вижу, но знаешь что? Валяй, разбивай, но только за дверью. Эдди, я все. Могу... Иди. Ты уже сделал все, что ты мог. Сможешь. Пожалуйста, иди домой. Иди домой, Дикон. Дик. Ну что, жить будет? Да, он поправится. Просто надо пару дней подождать. Пойдем-ка со мной, я тебе кое-что покажу. У меня дела. Я своей шеей рискую. Серьезно, ты должен это увидеть. Короче, слушай. Пару месяцев назад в лагерь приходил один номад. Рассказывал всякое. Якобы он работал в аэропорту. Он был там, в Фервале, когда пошел весь замес. Как-то ночью они ждали самолета из Портленда. Но он так и не прилетел. И он вез груз для Красного Креста. Красный Крест? Да, понимаешь? Медикаменты, оборудование, целый трюм этого всего. Может, и от заражения крови всякую херню. Антибиотики. Да-да-да, я про них. Короче, такое. Куда? Эй, не ори только. Заходи, поговорим. Ну, короче, этот номад был в диспетчерской, когда самолет просто исчез с радаров. Уф. Только был, и след простыл. Примерно здесь. С юга горы Вашингтон. Это с его слов. Упал целехонький. Типа, ну, управляемое падение. Парни наши сидели и слушали, как умирает пилот с перебитым хребтом. Ясно. И вы никого не посылали на поиски? Неа. Почему? Потому что старик против. Железный Майк? А, понял. Упокоитель. Да ты на лету сейчас. Все, к западу от Айрон Ридж теперь принадлежит Карлосу и его банде веселых лысых копников. И если они тебя там поймают, короче, иди на север, брат, потому что иначе договор Майка с упокоителями... Да понял, я понял. Но вот вопрос, зачем ты мне это рассказал? Так, во-первых, я ни хрена тебе не рассказывал. Усек, брат? Во-вторых, ты же номад. Я же не могу бегать за тобой, как шестерка, и жопу тебе подтирать. Ясно. Я человек занятой. Я понял. Ты просто у нас такой славный малый, да, Шиза? Я просто пытаюсь выжить, как и все вокруг. Знаешь, надо жить по совести. Это все, что нам осталось. Улавливаешь? Да, я улавливаю. Держи рацию под рукой. Свяжемся. Шиза, на тебя всегда можно положиться. А, ну что еще?
Что угодно, лишь бы не торчать в этой дыре. Дикон Сент-Джон, как дела? Как дела, Бац? Черт, тебе нужны тонны топлива. Вообще не пашет. Попали. До встречи, Дик. Я сделаю.